Сегодня утром сотрудниками ФСБ был задержан бывший заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Весной 2018 года Вавренюк получил взятку в виде объекта капитального строительства взамен на утверждение им схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а также его согласование в аренду без проведения торгов из земель, которые находились в пользовании муниципалитета. Об этом сообщает представитель Следственного комитета по Крыму и Севастополю. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Ранее, работая в правоохранительных органах, Вавренюк и сам имел причастность к надзору за соблюдением законов и прав граждан. На должности заместителя главы Евпатории он проработал с мая 2017 года. 24 ноября текущего года он уволился по собственному желанию.